Доброго времени суток. Хочу вам показать видеообзор бензокосы Hyundai Z340. Как раз она сейчас практически в разрезе. Она сломалась в очередной раз. В очередной раз я ее ремонтирую. И заодно всем хочу показать, что такое производитель бензокос, бензопил Hyundai. В данный момент на ней сломался вот этот вот вал. Он просто в этом месте, вместе четырехгранника, лопнул. Я сейчас сделал болгаркой четырехгранник новый и обрезал трубу на длину лопнувшего куска. До этого только было у меня сделана следующая процедура. До этого на этой бензокосе сгорело магнито. Вот как раз оно сверху лежит, старое магнито, ломанное. Я поставил магнито от бензокосы Чемпион, оно стоит 500 рублей. На родное просят около 4000. Маленечко оно не подошло, и я вот в этом месте вот его так обрезал. Верхнее. Чуть-чуть оно покороче, и приходится периодически поправлять. Магнито зазор выставить невозможно, так как магнито находится вот в этой части бензокосы. Чтобы выставить зазор, надо приходится тогда снимать цилиндр. Но вроде я попал на этот зазор. Бензокоса работает. Проработала она немножко, минут 20, и вот лопнул вал. Бензокоса у меня с 2014 года, и ни один год она нормально не проработала. Первые были поломки, это срезало все вот эти вот болты, конечно, все ослаблялось, кожух болтался. Болталась ручка даже, что удивительно. С последствием вот я тут менял болты все, перетягивал, просто болты откручиваются, падают, их уже в траве не найти. С момента эксплуатации я прикупил себе разных болтов, от тройки до шестерки, чтобы зная, что что-то вываливается в ней. Бензокос убрал, исходя из вот этого крепежа, она разборная. Мне ее надо было перевозить в машине, я поэтому ее брал, что вроде как бензокоса разборная. Где-то недели через две у меня провернуло второй вот этот вот вал. Я первое время спас себя хомутом, его стянул обыкновенным сантехническим усиленным. Вроде помогло. Дня три я покосил. Потом к августу лопнуло все это создание, и мне пришлось делать вот такой вот усилитель на нее. Соответственно, на следующий год я также маленечко ей покосил. Это был 2015 год. Сгорело магнито. Вот, нынче 2016 год, я магнито заменил. И в этот раз уже лопнул вот этот вот четырехгранник. Причем лопнул так нелепо, просто в кочку с травой, в сухую кочку со старой травой. И он лопнул. Сейчас соберу, какие в следующий раз вылезут поломки у этой бензокосы, я не знаю. Мой, конечно, совет всем, кто хочет купить данный образец, вроде она так выглядит красиво, все подогнано, все приятно, просто не покупать. Это деньги на ветер. Это выкинутые деньги на ветер. Если вам будут навязывать продавцы ее, бейте по лицу. Потому что такое редкостное барахло с маркой Hyundai, ну это просто, даже слов нету. Одни эмоции.